конкурсе одаренные дети приняли участие воспитанники музыкальных, художественных школ и школ искусств. Все они наделены незаурядным талантом и уже в столь юном возрасте заявили о себе как о творческих личностях. Я вообще всегда восхищаюсь перед детьми, которые, кроме общеобразовательных дисциплин, еще занимаются где-либо или чем-либо. Это время, это свое свободное время, это силы, это усидчивость и умение решать все вопросы самостоятельно. Вот наши дети все такие. Мне кажется, что это здорово и замечательно. 21 ученик сегодня был отмечен именными премиями главы города в размере 5000 рублей. Для каждого из них это оценка их желания узнать как можно больше и сделать мир чуточку ярче. Среди награжденных и пятиклассница детской музыкальной школы Лазаревского района Анна Суслова. На сцену победители поднимались со своими преподавателями. Я очень горжусь. Она еще как человечек очень хороший. Это просто ангелочек. Мне очень повезло с такой девочкой. И родители то же самое. Очень много уделяют внимания. В садике меня взяла моя учительница Ирина Алексеевна. Она меня привела в музыкальную школу. Ну, мне очень нравится заниматься. Спасибо. Все победители различных творческих конкурсов и олимпиад сегодня подписали хартию жителей города «Я люблю Сочи». Пообещали делать родной город чище, красивее и, конечно же, известнее. Юным звездочкам и подарок подготовили творческий кукольный спектакль о дружбе. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.